Новость последних минут. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прибыл в Лозанну на переговоры с МОК по поводу допинг-скандала вокруг наших атлетов. В ОКР отмечают возможные встречи Жукова с самим президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Одновременно по линии Всероссийской федерации легкой атлетики подготовлен ответ на обвинение комиссии Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Федерация отмечает, что ответ содержит доказательства ее невиновности, при этом направят его в ВАДА в отведенный срок до 20:00 по московскому времени. Российские атлеты продолжают готовиться к Олимпиаде в Рио, и об этом шла речь на совещании по спорту, которое провел Владимир Путин. Говорили там, естественно, и о разразившемся скандале. Из Сочи Александра Черепнина. Совещание по спорту в президентском графике было плановым. Его главная тема – подготовка к Олимпиаде в Бразилии – была известна заранее. Но допинговый скандал в легкой атлетике, невиданный по размаху и уровню обвинений, не мог не появиться в повестке. Владимир Путин сразу подчеркнул – мы всегда за спортивное поведение и честные правила игры. Виновные, безусловно, должны быть наказаны. Но именно виновные, а не все без исключения. Спортивная борьба только тогда и становится привлекательной, если она является честной. Ответственность, если мы придем к выводу, что кто-то должен отвечать за нечто такое, что нарушает имеющиеся правила в антидопинговой сфере, ответственность должна быть персонифицированной. Это общее правило вообще. Ответственность всегда должна быть персональной. И уж точно совершенно спортсмены, которые далеки от допинга, никогда к нему не притрагивались и не занимаются этим, не должны отвечать за тех, кто что-то нарушает. Несмотря на неоднозначность доказательной базы, в основе которой не заключение экспертов, а журналистское расследование, Россия готова сотрудничать с международными инстанциями по всем спорным вопросам. И в первую очередь, отметил президент, мы сами заинтересованы в том, чтобы наши антидопинговые службы работали безукоризненно. Необходимо провести свое собственное внутреннее расследование и обеспечить самое открытое, я вот хочу это подчеркнуть, самое открытое, профессиональное сотрудничество с международными антидопинговыми структурами. Мы в России должны сделать все для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Действительно, согласен, эта проблема не только российская, но если у наших зарубежных коллег есть вопросы, то они должны быть закрыты. Причем должно быть это сделано в профессиональной, добросовестной работе вместе с нашими коллегами. Если нужно, то можно пойти и на организационные мероприятия, но в любом случае нужно защитить наших спортсменов от применения запрещенных препаратов. И прежде всего это нужно для них, для наших спортсменов, для здоровья. Российские легкоатлеты продолжают тренировки в обычном режиме. Они сейчас как раз на сборах в Сочи. О возможном отстранении сборной от всех крупнейших соревнований, Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в том числе, спортсмены стараются не думать. Россия – это все-таки одна из самых сильнейших стран в легкой атлетике. Занимает, ну, обычно лидирующие позиции. И поэтому, конечно, другим странам в любом случае будет выгодно, чтобы российские спортсмены стали на ступень, а то и на две ниже. А лучше вообще их убрать. Мы готовимся, тренируемся, настраиваемся на Олимпиаду. И только на нее. Поэтому надеемся и верим, что все закончится хорошо. Доклад независимой комиссии ВАДА фактически сводится к тому, что система допинг-контроля в России не работала. Наши специалисты сейчас готовят на эти обвинения ответ. Виталий Мутко заявил, он не исключает, чтобы подтвердить приверженность страны к нулевой толерантности в отношении запрещенных препаратов, директором Московской антидопинговой лаборатории вместо ушедшего накануне в отставку Григория Родченкова может стать иностранец. На фоне допингового скандала стали звучать и призывы лишить российских спортсменов медалей, завоеванных на Олимпиаде в Лондоне, для чего, по мнению Мутко, нет оснований. Допинговую работу проводила под руководством МОКа в Лондоне, антидопинговые службы Лондона. Если наши коллеги в Британии не уверены в силах своей лаборатории в качестве анализов, которые они делали, то я не знаю. Потому что ни одна медаль не вручается, пока не завершен допинг-контроль. По требованию ВАДА антидопинговая лаборатория в Москве приостановила работу и ждет переаттестации. По словам Виталия Мутко, Россия готова принять у себя и мониторинговую группу ЮНЕСКО по допингу. Подготовку к Олимпиаде в Бразилии на совещании у президента обсуждали по каждому виду спорта. Готовности по многим дисциплинам у Владимира Путина было немало вопросов. Отборочный предолимпийский цикл уже показал имеющиеся у нас слабые места. Это практически все игровые виды спорта. Велоспорт в шоссейных дисциплинах, а также плавание, пулевая стрельба, грибной спорт, триатлон, настольный теннис и бадминтон.
Предолимпийский год для спортсменов всегда самый напряженный. Где готовиться к соревнованиям, вопрос не стоит. Самые современные спортивные базы есть. На одной из них как раз и проходило совещание. Федеральный центр единоборств – это комплекс, где есть все для подготовки к самым разным соревнованиям. Вот этот зал, к примеру, универсальный. Здесь в одной части тренажеры, самые современные, в другой тут же проходят занятия по настольному теннису. И это еще не все. Зеркала на стенах, как подсказка. Если теннисные столы убрать, то получится зал для хореографии. Если на полу постелить маты, то можно заниматься художественной гимнастикой. В зале, где тренировалась сборная по борьбе, спортсмены, пользуясь моментом, поблагодарили Владимира Путина за то, что у них не отняли возможность выступать на Олимпиаде. Два года назад исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить борьбу из программы игр. Россия традиционно претендует в этом виде на высшие награды. Что нам удалось сделать, это удержать борьбу в составе олимпийских видов спорта. Это благодаря вас его оставили. Я тоже постарался. Благодаря решению Олимпийского комитета. Это странно, да? Убрать борьбу из олимпийских. Да. Но это как-то вообще с этого олимпийские игры начинаются. Это приблизительно та же политика была, как сегодня идет легкая атлетика с допингом. Самый лучший допинг для нас был. Это больше тренировки, чем наши соперники. Поэтому мы под таким девизом работаем. На совещании в Сочи прилетели главы всех федераций летних олимпийских видов спорта. Не было только представителей от легкой атлетики. Вадим Зеличенок с коллегами заняты подготовкой ответа по допинговому скандалу для Международной легкоатлетической федерации. Александра Черепнина, Мария Марин, Владимир Павлюков, Марина Елисеева, Первый канал, Сочи.